Я думаю, Евгений Ройзман пришел случайно к власти и стал губернатором Екатеринбурга. Человек, который издевается над людьми, заставляя тех же наркоманов, а их надо лечить другим способом, а не сажать их как бы за решетку или привязывать наручникам батареям, чтобы они не могли. Это один из выходов, что иногда удобно для многих. Но на самом деле сегодня цивилизованные страны так не поступают. Поэтому, скорее всего, он продержится недолго у власти, и мы увидим, что пройдет небольшое количество времени, и его просто уберут и заменят на другого.